День добрый. Хочу поделиться новостями, можно так их назвать. То есть, то, над чем я сейчас работаю. Два звонка, опять два вопроса. Что я сейчас делаю? Да, блин, я не думал, что это кому-то интересно, потому что на сайте уже много есть, что выбрать. И... То есть, выбор большой, огромный, от и до, прям вот реально, от и до. Ну, я со мной, опять же, я вам говорил, что я могу удержаться, и все равно буду работать, и все равно буду делать. И поэтому сейчас попробую маленько побыть Копперфилдом. Опа! Шук-шук-шук-шук-шук. Опс. Вот такими вещами сейчас работаю. Ну, Копперфилд, наверное, у меня херой получился. Ладно, неважно. Это где-то 5 восьмых, даже не знаю. Давайте сейчас узнаю прямо при вас. Не замерял. По-моему, 5 восьмых на скидку, так на глаз. Аккуратненько так. 15,5 миллиметров ширина. Уменьшится где-то до 15. В общем, 15 будет в итоге. Считайте сами, как говорится. То есть, это такой усредненный, удобный, маневренный вариант. Даже не усредненный, я уже сказал бы, из узких вариантов этот вариант. Все вот эти вот клинки, кроме того одного, из U10 стали. Сейчас они просто ободраны, грубо, и прошли термообработку. Удивился, что их не повело. Потому что тут уже тонковато для того, чтобы термообрабатывать. Вот. Вот, чтобы представление иметь. Ну, французский носик. Даже и немецкий в каком-то смысле. И... В этих вот 4 с копейками толщина. То есть ширина и толщина здесь совершенно соответствующие бритвенным нормативам. А здесь же нет же. Как я красиво выражаюсь, да? Это во мне это. А тут дамасский клиночек. Вот с такой вот толщинищей, блин. Прям топорной толщиной. А толщина здесь я даже тоже не мерил. Сейчас вместе узнаем. Ой. А, из-за этого соскальзывает. 6,2 в грязновой. Ну, ближе к 6. Ближе все равно где-то он, да, так приблизится. Это дамаск. Хотел сделать вот такой вот клиночек. Потому что знаю, что он супер маневренный. Супер чисто бреет. Если он, конечно, получится вообще. То будет супер чисто брить. За счет чего? За счет того, что у него толщина завышена по соотношению с шириной. И вот этот угол будет всегда завышен. То есть, если эта бритва, допустим, пройдется у вас по щетине, ну, допустим, там усредненным градусом вот в 12 градусов, то вот такой вот пройдется уже у вас где-то 18-20. Ну, сами понимаете, да, что в итоге. То есть, более резвое бритье, более чистое бритье, но немного более опасное. Но как опасное? Если у вас руки из того места, и вообще вы не первый день, как говорится, замужем, то вообще проблем не будет, но брить будет шикарно. Вообще вариант классный. Ладно. В общем, в принципе, что, все рассказал. Да. Еще у меня кто-то спрашивал по электронке, почему я из дамаска сейчас не делаю. И вот те варианты, которые я тут ранее задумывал. Потому что до сих пор у меня также проблемы с вырезкой по контуру и плоским шлифованием. Осталось еще накопить 1090, примерно так прикидывал. И у меня все это будет. Ну, как будет? Еще надо будет все это закупить, поставить, настроить, наладить. Вот как-то так. А так, пока вот вырезал, на чем попало, одну штуку, полдня почти потратил. Не почти, а полдня. Чтобы вырезать, точить просто. И без плоскости. Поэтому я тоже сомневаюсь, кстати, что у меня вот этот вот клиночек, именно он получится. Именно потому, что вот эти прошли плоскую шлифовку, то есть выровнялись в идеал. Это просто вручную ободрано, вручную
по плоскости прошел, но ручная плоскость и станочная – это небо и земля, вам скажу точно. Но надеюсь, что все будет хорошо. Как-то так. Сегодня, наверное, я вам ничего особо больше не покажу, потому что сейчас я начну такие уже грубую такую шлифовку, то есть врезаться начну в лезвие, делать какие-то там формы, похожие на лезвие, а потом уже шлифовка долгая, мучительная, и поэтому сегодня идет весь день только на такие вот грубые работы по ведению лезвий. Хочу сделать лезвие, ну, какие, не знаю, какие вот получится, такие будут. То есть, ну, все зависит опять от настроения, опять от музы. Если будет муза на 1/4, значит будет 1/4. Будет на 1/2, значит будет 1/2. Но это точно не клины задуманы изначально. Точно не клины, будет вогнутость. Ну вот как бы все с новостями. Да, много чего еще рассказать, но, пожалуй, не буду. А то тут получится такая еще песня. Все. Всем здравия, счастья, добра и до увиду. Увидимся еще.